Для управления логистикой в разных отраслях был запущен проект M-Chain. Проект M-Chain позволяет отслеживать товар на всех этапах поставки и использования. Основная идея заключается в создании блокчейна, который будет использоваться для хранения информации на всех этапах поставки товара. Над проектом работает команда профессионалов. Аарон Перковиц – руководитель. После работы в крупной международной компании Аарон осознал необходимость создания универсального логического решения на блокчейне. Именно это осознание позволило Аарону создать блокчейн – проект M-Chain. Кроме того, Аарон окончил Шанхайский расширенный институт финансов в университете Шанхая Цзяо и имеет степень магистра в сфере финансов. Пьер Ангот – технический директор. Он начал свою карьеру в отделе логистики известного автопроизводителя Peugeot Citroën. Кроме того, он был партнером компании Google во Франции, работая над модернизацией самых известных компаний на территории Франции. В настоящее время Пьер работает над внедрением системы искусственного интеллекта в одной из крупнейших компаний Франции, что позволит оптимизировать работу всех отделов и служб. Феликс Энгельхард, директор по развитию. На протяжении 6 лет Феликс работал в крупнейших компаниях азиатского региона. Он получил бесценный опыт работы в крупнейшей строительно-логистической компании, занимаясь разработкой стратегии по привлечению новых клиентов. Василь Дуков – маркетинговый директор. Василь начал свою карьеру в сфере инвестиций на территории Европы. После этого он перебрался в Шанхай, где занял пост специалиста по поглощению и слиянию. Для продвижения своего проекта было запущено ICO.